Огородили забором и начали работы. Придомовая территория на Академической 11 обзавелась изгородьем. По словам местных, этим участком пытается завладеть хозяин одной из квартир, который планирует переоборудовать жилье под офис. Однако, что именно строится за забором, знает только сам владелец. Выйти к жильцам дома и рассказать о дальнейших планах постройки он не решился. Работы по так называемому благоустройству здесь ведутся с марта этого года. За это время успели спилить пару деревьев и разбить тротуар. При установке забора между одесситами и сотрудниками фирмы без опознавательных знаков, которая охраняла забор, несколько раз возникали конфликты. Однако ни причиной своего дежурства, ни названием охранной фирмы они так и не поделились. Понятно, вы свою работу делаете, и я не могу... Какой-то работе, мы просто смотрим. Вы просто смотрите. То есть вам за это деньги не платят? Нет, конечно нет. Ну вы же понимаете, что вы сейчас, отвечая таким образом на мои вопросы, вы себя в смешное такое... Не очень, ну, положение ставите. Сьогодні приїхали зранку там 20 плюс тітушок, і під їхньою охороною встановили ось цей паркан. Паспорт об'єкту дуже сумнівний, його, ну, можна сказати, що не паспорт об'єкту, а якась наклейка просто. І люди обурені, що тут буде якась надбудова на території зеленої зони. І ось, власне, тому ми приїхали допомогти людям, зупинили роботи. Там якісь люди знаходяться незрозумілі на території, але вони ховаються. І поки що начебто насадження, тобі ж різні там кущі, дерева ще на місці. Але не знаємо, що буде далі. Визвали поліцію, чекаємо слідчо-оперативну. Там теж люди звертаються до різних чиновників. Согласно информационному счету на заборе, территория получена на благоустройство, а все действия согласованы с департаментом архитектуры и градостроительства городского совета. Однако забором огородили не только зеленую зону, но и тротуар. Если эта земля 6 метров под домом относится к ОСМД, дальше вот эта уже земля относится к городу. Просто она в ОСМД, в оперативном управлении, то есть мы ее обязаны убирать. Первый ответ был, что значит, это восстановить обязано ОСМД Одесса-11, а чтобы не велась стройка, контроль должен проводить ЖКС Фонтанский. После наплыва местных и активистов работы временно остановились, но инструменты строители далеко прятать не стали. На очереди очищение зеленой зоны от насаждений. На место прибыла следственная оперативная группа, но вмешиваться не стала. Они здесь, вы видите, разрушили тротуар, срезали деревья. И у нас есть план застройки этой территории, почему мы так начали реагировать. И, естественно, я поставил в известность руководителя морской партии Кивалова Сергея Васильевича, он знает этот вопрос. И мы начали писать обращение во все правоохранительные структуры, муниципальные органы. Но, к сожалению, такой реакции, знаете... Чтобы не допустить вот то, что происходит, не было. С другой стороны, вы видите, что сегодня после выборов, наоборот, начинается активная фаза здесь строительства. О захвате придомовой территории местные жители не единожды обращались в департамент архитектуры и градостроительства Одессы. В полученных ответах заявлялось, что решение на проведение работ на участке не выдавалось. Однако щит, повешенный на забор, говорит совсем о другом. Пока все участники конфликта спорят о законности ограждения, строительные работы продолжаются. Татьяна Бурумбей, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».